Ты знаешь, женщины больше всего предпочитают легкие летящие наряды, в которых они будут чувствовать себя комфортно. И сейчас я предлагаю вам приготовиться уже к жарким солнечным дням. Может быть, кто-то из вас уже отправляется в отпуск, или, может быть, кто-то из вас живет в южных регионах, поэтому вам точно необходимо положить в свою корзину великолепное платье из 100% хлопка. Ого. Штафельное полотно, которое приятно Вау. Соприкасается с телом, и, между прочим, эта ткань фактически не мнется. Давайте знакомиться с цветами. Красно-голубой у нас с вами есть, голубой, бирюзовый, оранжевые цвета, желто-красные. Обо всем более подробно мы с вами узнаем в презентации. Ну, давайте посмотрим уже прямо сейчас. Нам на Сане рук не хватает. Попытаемся вам подсказать, как правильно выбрать свой цвет. Аня, у тебя в руках первым цветом, скорее всего, это голубой оттенок для тех, кто блондинки, у кого голубые глаза, серые глаза, кто любит вот такие оттенки неба весеннего. Следующий цвет мне хотелось бы вам представить. Это у нас с вами желто-красный цвет. Очень яркий, да? Очень красивый, насыщенный. Там, по-моему, живые цветы нарисованы. Да, еще действительно, одна. Далее, более фантазийный рисунок. Обратите внимание, это у нас с вами цвет сине-желтый, назовем его так. Далее, в руках у Надежды также есть несколько ярких цветов. Здесь у нас с вами, скорее всего, цвет зеленый. Очень эффектно, но смотри, у меня вот здесь малиновые цветы еще есть. Как видите, здесь ассортимент очень большой, здесь 5 расцветок. Вам нужно дозвониться нашим сейчас операторам и выбрать свое платье. Вот девчонки, кстати, принарядились. И очень интересные решения предлагают нам стилисты. Аня, прокомментируй, пожалуйста, это то ли платье или туника все-таки? А здесь у нас может быть это двойным названием, потому что носить мы его можем абсолютно по-разному. Сейчас мы видим его как платье, под поясочек. Посмотрите, как аккуратно, мило смотрится. Ведь это у нас с вами действительно великолепное изделие, позволяющее фантазировать дома самостоятельно. Да, давайте запишем номер лота 87-615. Это платье имеет название «Меланья». 990 рублей. Кстати, самое популярное имя сейчас в мире. Воспользуйтесь этим. 1000 рублей ваша выгода. Забирайте. То есть у нас в 2 раза снижена цена благодаря вашей экономии. Ну и, конечно же, сегодня нам 1 год. То есть телеканал Дисконт ТВ отмечает 1 год. Сегодня заключительный день праздника, и вы успеваете забрать подарки. С каждым заказом вы получаете крем для рук. Крем, который подарит мягкость, бархатистость вашей кожи. Сейчас это важно. Сейчас весна, витаминозы. Сейчас у нас вьюга даже в Москве. То есть ветрена очень погода. Кожу надо защищать. В магазине такой крем будет стоить 500 рублей. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. 500 рублей подарка – это прекрасно. Ты сказала, Аня, что здесь в составе есть хлопок. Это так важно? Да, это действительно очень важно. Хлопковое полотно очень приятно к телу. Мы с вами будем чувствовать невероятный комфорт. Наше тело дышит, не прилипает к телу, не создается такого парникового эффекта. Это самое удобное, самое комфортное полотно. Тем более такой материал называется штапель. Чем он отличается от любого другого хлопчатобумажного полотна? А именно мягкостью. Вспомните, когда-нибудь, наверное, у вас были в детстве штапельные платьица. Они действительно были очень мягкие, комфортные и легкие. И обратите внимание, штапель отличается еще и тем, что он фактически не мнется. Сминаясь, он тут же возвращается в исходное положение. Обожаю эту ткань, потому что дома, находясь, например, я не люблю халаты, Ань. Я предпочитаю домашние платья. У меня есть целая отдельная полка со специальными платьями. Обычно я ношу длинные платья дома, встречаю так мужа. Это намного более эстетично, нежели обычный халат. Представьте себя, как вы дома красивая, нарядная, накрываете ужин вашему супругу. Ну, в такой дом хочется возвращаться, к своей красивой, элегантной жене. Согласитесь, у нас мало времени. Мы двигаемся вперед. Продано уже 91 платье. И это очевидно, потому что, конечно, натуральные материалы, такие как хлопок, они заслуживают вашего внимания. Звоните. Звоните и заказывайте. Платье из чистого хлопка позволит вам дышать, можно сказать, всем телом. Это платье будет как ваша вторая кожа. И, конечно, вы почувствуете себя женственно. Ведь у нас с вами округлая форма горловины. Она открывает зону декольте, удлиняет нашу шею и позволяет даже дома, если вы будете его носить по дому, носить свои любимые драгоценные украшения. Или, может быть, вы хотите пойти в нем на прогулку в жаркий день. Тогда отлично, это платье создано для вас. Если вы успели заметить,
заметить, мы носим его как платье, надевая под поясок. Как? Мы можем его как, ну, носить как тунику, надевая его с легкими леггинсами или, может быть, с брюками. Поэтому здесь у нас с вами фантазия открывается и пределов не будет. Одно могу сказать, что это очень приятная на ощупь, отхолаживающим таким эффектом ткань. Носите сейчас дома, возьмите потом в отпуск, носите все лето, возьмите две расцветки.